мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Шестого июня в Кызыле состоится очередное заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества независимых государств. В нем примет участие исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В повестке дня встречи 24 вопроса, сообщает ТУВА онлайн. В частности, члены Совета намерены обсудить приоритеты военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года, проведение армейских международных игр «Армия-2018» и совместного компьютерного командно-штабного учения Объединенной системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность-2018», развитие сотрудничества в области физподготовки и спорта. На заседании будут также обсуждаться вопросы, касающиеся проведения оперативно-тактического командного штабного учения войск противовоздушной обороны «Чистое небо» 2018, взаимодействие в области применения беспилотной авиации, развитие сотрудничества в сфере гидрометеорологии и в области единой системы государственного радиолокационного опознавания. Кроме того, на встрече будут рассмотрены вопросы об ассоциации высших военно-учебных заведений стран СНГ, о состоянии безопасности полетов авиации вооруженных сил за 2017 год, а также ряд организационных и финансовых вопросов. Напомним, Совет министров обороны государств-участников СНГ был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Накануне глава ТУВА вручил водителям ключи от 20 автобусов марки «ПАС». Это вторая партия транспорта, приобретенного для осуществления пассажироперевозок. Напомним, 20 первых автобусов прибыли в Кызыл в феврале этого года. Приобретенный в лизинг транспорт успешно выполняет свою миссию – пассажироперевозки на наиболее проблемных маршрутах города. Из 20 новых «ПАЗиков» 14 будут выставлены на городские маршруты, 6 – межмуниципальные. Стоимость каждого такого нового автобуса – более 4 миллионов рублей. Все они приобретены по программе лизинга. Автобусы будут выполнять рейсы по обновленным маршрутам. На протяжении 2 месяцев в официальных пабликах мэрии Кызыла шло обсуждение существующих 28 городских маршрутов. Народ предлагал свои варианты изменений имеющихся направлений, а также вносил на обсуждение и совершенно новые. В итоге городские власти разработали 23 маршрута, которые составлены с учетом мнений кызылчан. За них и поборются предприниматели в конкурсе среди извозчиков на право осуществления перевозок внутри города. Сейчас мэрия Кызыла ведет работу по распоряжению договоров со всеми предпринимателями, работающими в сфере пассажироперевозок. Того требует 220-й федеральный закон. 9 июня руководство Департамента городского хозяйства мэрии Кызыла и МУП «Кызылгортранс» в очередной раз встретятся с предпринимателями, с которыми обсудят детали предстоящего конкурса. С 5 июня городские власти запретят парковку на центральных улицах Кызыла. В столице ТУВА установят временные дорожные знаки «Стоянка запрещена». Это один из первых шагов к упорядочиванию мест для парковок. Ограничение коснется центральных улиц, где наиболее оживленное движение транспорта. Вопрос о том, что необходимо разгрузить некоторые центральные улицы Кызыла от автомашин, властями обсуждался неоднократно. Жители домов, расположенных на центральных улицах, не раз жаловались на повышенную загазованность и затруднительный проезд из-за оставленных, где попало, машин. Так, 5 июня временные дорожные знаки, запрещающие парковку, будут установлены на участках по улице Чульдум от Красных партизан до Ленина, а также от Кочетова до Красноармейской. По Ленина возле площадей Победы и Арата. По улице Тувинских добровольцев от Ленина до Кочетова в обе стороны. Щетинкина-Кравченко от Чульдума до Тувинских добровольцев также с обеих сторон. Красных партизан от Чульдума до Интернациональной в обе стороны. И Кочетова от Чульдума до Титова. В России появились полисы для путешественников с моментальной выплатой компенсации при задержке авиарейса, сообщает издательство «Российская газета». Страховка работает благодаря специальному программному обеспечению.
Человек, купивший полис, получает СМС со ссылкой на веб-сайт, где оставляет данные об авиарейсе, номер и дату. Дальше система отслеживает все сама. Если рейс задерживается, пассажиру приходит сообщение. Для получения компенсации требуется пройти по ссылке, заполнить форму электронного заявления, приложив фото паспорта и посадочного талона. После этого деньги перечисляются на карточку. Требовать справку от перевозчика о времени задержки вылета, как бывает в обычном случае, и ехать в офис страховой компании не нужно. По данным «Ренессанс страхования», компании, которая уже внедрила у себя разработку, средняя скорость получения выплаты по новому полису 27 минут. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 93 копейки, евро 72 рубля 44 копейки. Игра перешла в реальность. Horror Quest Black Hole. Жутко страшно. 999-999-1317. Возрастные ограничения 18+. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то Тува ТВ. Сотрудники госавтоинспекции изъяли из незаконного оборота 540 литров спиртосодержащей жидкости и 60 литров алкогольной продукции. 3 июня сотрудниками ДПС на 384-м километре автодороги Абакан-Ак-Довурак для проверки был остановлен мини-грузовик. В ходе досмотра транспортного средства полицейские обнаружили 120 бутылок водки без акцизных марок и товарно-транспортных документов. Также в минувшие сутки на 392-м километре автодороги Абакан-Ак-Довурак в салоне автомашины сотрудниками полиции обнаружено 27 картонных коробок с этиловым спиртом этанол общим объемом 540 литров без соответствующих документов. Установлено, что указанный гражданин приобрел спиртосодержащую жидкость для личного использования. В действиях указанных водителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, производство, закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Спиртосодержащая жидкость общим объемом 540 литров и алкогольная продукция общим объемом 60 литров изъяты и направлены на экспертизу. По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Началась вторая неделя основного периода ЕГЭ 2018 года. Но сегодня выпускники 11 классов уже сдали единые государственные экзамены по географии, информатике, базовую и профильную математику. Всего в этом году выпускников 11 классов более 2000 человек. Экзамены по информатике выбрало около 200 школьников, географии – 75. Математика является одним из обязательных предметов среди остальных. Один уровень базовый, который влияет на получение аттестата. Выпускники сдали его 30 мая, а второй профильный, сдав который можно будет поступить в вузы технической специальности. В этом году на математику профильного уровня было зарегистрировано около 1500 участников. Для проведения единого государственного экзамена задействовано 24 пункта проведения экзаменов в республике. Ход экзамена контролируют общественные наблюдатели из числа студентов Тувинского государственного университета, которые успешно прошли аккредитацию и получили статус общественного наблюдателя, и 4 студента Красноярского края. В понедельник, 4 июня, выпускники сдали химию и историю. Также 6 июня, в день русского языка, школьники сдадут ЕГЭ по русскому языку. Русский язык, как и базовая математика, является обязательным предметом, необходимым для получения аттестата об окончании школы.
Специалисты экспедиционного центра Мирной обороны России прошли первые маршруты к кургану Тунук в Туве. Курган датирован 9 веком до нашей эры. Его изучение расскажет многое о народах, проживающих здесь, и их культуре и быте. Специалисты экспедиционного центра Минобороны Российской Федерации наметили путь к кургану Тунук. Совместно с научным руководителем экспедиции от Российской академии наук Тимуром Садыковым они прошли первые маршруты к кургану. Через низинное болото проложен маршрут, а также размечены места для установки временного лагеря экспедиции. Уже определены точки, с которых в первую очередь начнутся раскопки. Сегодня на радио «Голос Азии» прошел очередной этап квеста «Замес майонез». Напомним, что на этой неделе слушатели ищут в городе обеденный набор с правильным питанием от «Гранд Холла Столичный», в котором учтены все пропорции белков, жиров и углеводов. Все, что нужно для здоровья и красивой фигуры. И, как всегда, чтобы отыскать порцию здорового лакомства, нужно разгадать загадку и понять, где на этот раз ведущие спрятали приз. Но это еще не все. Необходимо первым приехать на зашифрованное место и сказать съемочной группе заветную фразу «Замес майонез». Постоянный слушатель станции Владимир сегодня был быстрее остальных. Замес майонез, говорю. Вот ваш подарок. Хочется питаться. Попробовать на вкус обеды с правильным питанием от столичного может каждый, кто станет победителем квеста или закажет еду домой или в офис по телефону доставки. Гранд Холла Столичный 933-999-92-22. Также они могут доставить полноценный комплекс на весь день всего за 500 рублей, куда входят завтрак, перекус, обед, полдник и ужин. Подробности квеста узнавайте в эфире радио на 102,5 FM в Кызыле. Лето в самом разгаре, а значит, пора задуматься и о солнечном отдыхе. Можно отправиться на заграничные курорты, а можно найти интересные варианты и в Туве. Одно из популярных мест отдыха на территории республики – озеро Турихоль. Зеркальная гладь и песчаные золотистые берега завораживают. Красота, да и только. Неудивительно, что отдохнуть сюда на базу отдыха приезжает множество гостей. Для отдыхающих здесь предоставлены комфортабельные коттеджи, домики на несколько человек, национальные тувинские юрты и аренда места для палаток. Для мероприятий банкетный зал, уютные беседки. Захотелось движения? Для вас активные игры в мяч и дискотека под открытым небом. Кстати, в этом году впервые будут открыты тир и квест-игра «Зомби-апокалипсис». Красивые места плюс активные развлечения – вот формула удачного отдыха. И все это здесь, на озере Турихоль. Заявки на отдых принимаются по телефонам 3-35-68. Подробности по квест-играм 8-999-999-13-17. И помните, база отдыха находится в пограничной зоне. Не забудьте сделать индивидуальный пропуск. Спонсор прогноза погоды – КПК СССР. КПК СССР предлагает жителям Тувы заключать максимально выгодные договоры. Уже сотни семей, присоединившихся к движению кооперации, получают ежемесячную прибыль и знают, что в любой ситуации они могут положиться на нас и получить заем быстро, под удобный процент и без сбора пакета документов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный дождь. В Кызыле переменная облачность, днем ясно. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 22, ночью плюс 14, плюс 15 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.